аплодисменты и овации. Да, первая моя творческая, вообще, потяги к творчеству у меня начались го. Вот этой вот, видишь, да? Что это? Ты не знаешь, что это. Ну вот, го отдал, я взял. Ну, это еще возьмет время, но я думаю, я еще сыграю. Ну все, теперь будем ждать. Зашел все ожидания. Да, взял перезагрузку. Вот. Всех моментов. Да, ну мы так сказать справились. Все же нам подготовила жизнь в Индии. Мы взяли и подумали, применили. Подвели итоги, сделали выводы. Да. Интересно, что на Гоа тут такой процесс произошел. Что именно, казалось бы, это тусовочно, а нет. Это да, мы почти Гоа неделю... все равно Индия. Мы почти неделю вообще просидели, не вылазя из квартиры. Там, тут, я не знаю, за едой или за водой. Даже дома... По нужде. Да, едим овощи и доширак. Ну да. Но это были очень продуктивные дни, как оказалось. Кто бы сказал, приехать в Гоа, чтобы просидеть в квартире. Но теперь мы готовы снова явиться миру. И продолжать наш очень интересный путь. Да. Оставайся с нами. Давай. Мы едем дальше. Решила похвастаться, что мы приобрели себе в Гоа. На память. Ну не на память, так вообще. Привет. Сандаловые веера. Вот так. Пахнет очень сандалом на понюху. Вообще такие. Ты помахиваешь и пахнет сандалом. Индусский освежитель воздуха. Да? Это еще старая древняя техника. Слушай, ну реально. Но он же пахнет. Да, пахнет хорошо. Он пахнет. То есть, а если ты махаешь это перед лицом? Момент, это сандал уже он успокаивает, правильно? Ну да, сандал еще и успокаивает, должен такой. Ну вот. А теперь у меня два, можно с двух рук. Вообще, конечно, у меня еще есть идеи на него. Не знаю, насколько точно, но... Браслетики. Такая. Такая. Здесь прям это такая ручная работа. Хорошо так сделано. Вот такой. Зелененьким каким-то камушком. Тоже такой жгутик. Интересненький. Вот это вот. Видите? Нравятся мне вот эти штуки, которые так закрываются и открываются. Замочек не нужен. Есть еще одна. Ну ладно. А не, вот она. Рудрак все, короче. Сейчас покажу. Такая красивенькая штучка. Очень хорошо смотрится на руке. Да еще. Музыкальный инструмент. Ай, сейчас кофе.
так вот. И моя флейта. Сейчас спою. Это что? Только начало. Песня только начинается. Инструмент есть, а песня будет. Сейчас мы сообразим, куда что-то. Ну что. Это, кстати, у нас очень даже подходит к нашим событиям. Лозунг Нового года. Песня только начинается. Его отдала эту флейту. И это ощущение. Что, теперь эта флейта со временем еще будет знать точно. Mm-hmm. Чувствовать. Как чувствовать, как на нее играть. Как сыграть эту песню. Okay. Так что еще теперь будет много песен. Ну что, зазвучит. Так что вот так вот первый шаг сделан. Дальше интересно. Да. Пускай сейчас песня так, но она. Ну и так хорошо играл. Просто. Это, инструментов не было. Да-да. Инструменты были немного. А другие. Теперь, то есть песня-то была, она играла, но музыки почти не было. Да. Сопровождения. Да. А теперь мы подыграем. Так что. Вот так вот, как бы нам ни казалось сначала, мы так скептически относились к Гоа. Это не для нас. И вообще. Что там? А? С этим не делать. Тусовки, да, вещества всякие. Вот, но все равно Индия повернула, не знаю, вложила эти мысли в голову, что мы все-таки по итогу в самый последний момент решили, что нужно съездить. Ну, это даже не мысли. Это вот что надо. Как мы собирались уехать с этого, с фотопартии сразу. И почему-то на Гагарна. Гагарна уже сюда направим. А, вот пока мы выбираем этот путь реально по ощущениям, мы проезжаем в каждый город, нас устраивает. А если не устраивает ощущение сразу, и мы уезжаем. Не позволяя мозгу логически включаться и рассказывать, что а здесь удобнее, а здесь дешевле, а здесь это, а здесь то. И вообще вы по другому поводу ехали в Индию. Ну да, тоже. То есть, у нас как бы у нас духовное путешествие. Я даже не думала, что духовное путешествие в начале пути заедет на Боа. Такой Тусамир. Может быть, когда-то так чисто заглянуть. Но это все-таки составляющие одни. Со своими здесь прелестями Гоа. Да, духовное путешествие — это не только хождение по храмам и изучая всю эту информацию. Самое главное — поиск себя, познание самого себя. Да. Он бывает в совсем неожиданных местах. Да-да. Право, ты можешь нарваться на такое, что и не понял, как это. То, что ожидать, а думать, предположить об этом не можешь. Mm. Вот тут вот. А, еще вот шаблоны. Вот шаблоны — это вообще одна из самых страшных вещей. Ломай шаблоны всегда, просто с треском. Потому что вот, ну реально, вот происходящее событие, мы анализировали, сидели и поняли, что ну вот очень много поменялось в лучшую сторону, мы сделали шаг, когда каждый попытался сломать свой шаблон. Сломал даже, не попытался. И вот после этого наступает новый этап. Да. А еще момент надо прочувствовать вот это место. Стараться не только его посмотреть, объехать все красивые места. О, Господи. Пёс!
Вот так вот. Ты испугалась, лапай меня. Хвостом он там чешется. Ну и собаки с нами везде. Ну да, не отходят. Животные. Да. Так что, а. Так что Индию надо прочувствовать, а не увидеть. Это очень важный момент. Что, глазами ты можешь даже увидеть то, что тебе очень не понравится. Да. И не в погоне за красивой картинкой или этим. А вот приехал на место, и вот надо. Посиди, почувствуй, не бегай. Ты на местных посмотри вообще, как что происходит. Просто понаблюдай и прочувствуй. Без анализа там, я не знаю. Потому что в Индии есть что так, на что посмотреть и сказать, ой, как это так. Без анализа. Когда ты без анализа пройдешься, можно даже с местными пообщаться. Так. А когда ты поощущаешь это по-другому, совсем по-другому, ты перестаешь видеть эти многие недостатки материального плана в Индии. Начинаешь только чувствовать магию. Вот сейчас вот я реально могу сказать, через 2,5 месяца, я раньше слышала, типа, магия Индии, ну да, там, есть, наверное, что-то такое. Я не отрицала это. Но прочувствовать, вот я только сейчас могу сказать, 100%, что она здесь присутствует. Если да. Вот ты идешь по одному ощущению с этой магией Индии, ты открыт этому. Она тебе покажет такие чудеса, какие подарки подарит, откроет новые границы тебя же самого. Так что, ломай шаблоны, чувствуй, иди. Да? И в Индии это проще сделать. Если она вот, она говорит, это место вот оно послано, поэтому и волшебное. А, потому что все равно ты должен покинуть границы своих вот этих вот плюс-минус представлений. Твоего быта, повседневки, как жизнь выглядит, вот, да, вот это вот асфальт с закатом. И просто в другую атмосферу. Тогда у тебя уже смен каких-то поведенческих именно, не вот. Точечно, да. Как это он тебя ломает, твое мировоззрение. Причем очень интересную сторону. Даже не ломает, а снимает старое, дает проявиться новому. Или интересному, вкусному. И более наполненное такое. Каждым разом что-то себе раскапываешь и понимаешь, придает. Спокойствие, наполненность. Так что да. Magic India. Невероятное. Так что стоит посетить. По-любому. Обязательно. Гоа одно из того мест must have. Вот фотопартии это не must have. А вот Гоа must have. Только не тусить здесь все, там, я не знаю, какое-то время дать Гоа спокойно провести его. Не планировать ничего, самое главное особо. Да. Но настрой, чтобы ты походить и прочувствовать это место. Дать ему сделать свое дело. Да, потому что если ты построишь планы и выйдешь по своим планам, мало того, что они 99% не сбудутся, твои планы, ты будешь очень разочарован, и это испортит настроение, поэтому не стоит. Стоит, возможно, прикинуть, в какую сторону двигаться. Хотя можно иногда и вообще без направления просто и выйти, и топать, куда хочется. Все, и по пути просто, когда что-то начинает меняться очень резко, ты принимай. Вот реально принимай, то есть. Да, если пошло не по плану, Это нормально. Так в жизни и частенько и бывает. Просто здесь это явно тебе показывает. Твои планы можешь оставить как бы при себе. Когда появляется злость, какая-то неудовлетворенность, а я ждал, я вот мечтал. Че это не надо? Все даст тебе. Да? Даже даст тебе больше, чем ты можешь рассчитывать. Вообще непонятно откуда.
вообще, то есть вот эти события последние нам так явно это все показало. Не упирайся, да, Индии. Провести себя. Это вообще в жизни, но в Индии это вот это очень сильно проявлено. Это очень быстро проявляется. Если в обычной жизни, вот снова же на наших широтах, да, везде, это более тяжелый процесс. Хотя, я думаю, кто развит, тот и это, и там это ловит, вот этот вот момент. Да? Оно. Просто, чтобы сделать вот это вот, посмотреть на эту сторону, это надо покинуть, правило, зону, где ты живешь. Зону комфорта. Да. Потому что ты-то ее уже подготовился, то там, где ты там жил. Что все равно будешь хочешь не хочешь ходить по одним и тем же точкам. Шаблоном. Шаблоном. А здесь шаблоны в дребезги. Да. Так что Гоа, уважуха. Стоит сюда приехать. Хорошее место. Интересные люди. Будет отдельная история. Так что Гоа, лайк. Лайк, однозначно. Вот так вот. Обратите внимание, как лежит на массаже тут. О, какой кайф! Вот да, массаж ног это штука хорошая, вот. Оно больно и вот всегда же больно, а потом же хорошо, как ни странно. Вот оно больно, а потом хорошо. Хорошо? А тебе? Что эти шаманские то на раз, они прошиты. Вот так. Мы возвращаемся из пляжа. Мы опять же выходили, даже не подозревали. Мы теперь музыкальное семейство. Да, музыкальная пара. Каждому по барабанить и по плете. Так что да, теперь будем ездить с барабаном. На гастроли. Что такое? Научимся пользоваться этим. Вот. Ну что по итогу? Вышли просто на пробежку. Я часик полежать, искупаться, покушать салатик. По итогу приобрели музыкальный инструмент раз. Флейта. Музыкальный инструмент два. Барабаны. Да. А у меня появились, да, штучки всякие, браслетики. Потом купила на ногу браслетик. Даже две. На две. Вот, теперь что? А, у нас был массаж. Да, помассажировали. Массажи, причем достаточно прекрасно получилось. Ну и по деньгам что у нас? 1500 мы им отдали. То есть это $20 full body массаж. И вот, кстати, замечательный. Ногам вообще отлично после этого. Ноги самые. Вот. Теперь что мы еще взяли? Где что мы еще это? Массаж это то. А, веера. Теперь да, можно с веерами что-то сандаловые делать. Сандаловые пахнут. Ну еще там всякое там браслетики, украшения. Короче, пустой кошелек, зато полные мы со всяких сторон. Да, реально, кошелек просто выпотрошили до последних, там, я не знаю, до что, последней даже рупии. Копейки они тебе отдали. Ой. Ну, отлично. Так что,
Вот так. Так вот, магия Индии, магия Гоа продолжается. Потому что Сергей вот только-только сидел. Ай, секунду. Ой, горят тапочки. Тапочки, ух, песок горячий. Вот, Мася, а ну поведай-ка. Да, только вчера сидел, разговаривали. Надо свою творческую сторону развивать более. Я думаю, что сейчас, подожди, вот какой мне этот инструмент найти? Гитара, там это, все таскать с собой, морочиться, я в этом не понимаю. И только вот закинули. Принесли флейту с утра. А ну, пока я заиграл на флейте. Я говорю, слушай, а какой самый простой вот инструмент? Я говорю, ну значит флейта. Гитара это геморрой, я уже не говорю за рояль. Значит барабан. Ну, как бы сама натянула кожу. И до свидания. Вот тебе барабан. Да. И мы долго не хотели брать. Ну, как-то типа, ну, он не совсем маленький. Ну, и возить его-то. Ну, и флейта, же у тебя уже есть. Что мы будем с ним делать? А потом все-таки, ну, а что с ним делать-то? Я стучать буду. Мы же можем вдвоем теперь композиции создавать. Так что я думаю... Придет тот момент, и мы тебе покажем, что мы умеем. Да, мы еще сыграем. Вот так играем. Ну так еще более будет ярче. Да. Добавили инструментов в нашу песню. Ага. Вот так вот. Всем доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня собирались заниматься делами, но, увы. Гоа берет свое, и мы идем опять на пляж лежать, дудеть флейту. И все, и кайфовать. Я вон по пути уже даже завтракаю. Оперативчик. Ну. Так что Гоа не отпускает. Я не знаю, как можно делать дела в Гоа. Да. Теперь это точно невозможно. Не столько отдыхать теперь. В кафешке заказали покушать. Ну, здесь это рис бирьяни. Стандартик. Вкусненький очень. Я заказывала салат отдельно. Типа салат там с авокадо, овощи. И это овощи барбекю. Так вот. Как выглядит салат с авокадо? Как выглядит салатик, который идет просто как дополнение к грилю? То есть салат, в принципе, один и тот же, только здесь он еще кусочек авокадо добавлен. Вот так вот индусы справляются. Ай, Радж! Ай, мадам! Привет, это мне Гоа, очень хорошо, у меня кис-кис кафе, да, вот там. Хорошо, я меня там море, вот там море, мадам. Посмотри, его лайфгард хорошо, лазеки бесплатно, это Гоа очень хорошо, good, Гоа, Калангут, good, Гоа, очень приятно, да, мадам.
Привет, я хочу Россия, я люблю Россия. Да. Меня зовут Радж Капут. Окей. Спасибо большое.